Убивать не хотел, хотел заступиться за девушку. Подозреваемый выпивал вместе с другом и его сожительницей недалеко от остановки 78-й маршрутки. Потом к ним пришли знакомые. Один из них предложил девушке прогуляться. Вернувшись, она пожаловалась. Молодой человек показывал излишнюю симпатию. Подозреваемый, недолго думая, решил разобраться с обидчиком. Избил его на глазах у компании. Знакомые эту драку разняли. Он ушел. Но подозреваемому показалось, что он наказал молодого человека недостаточно, и он пошел следом. Он получил удар. Он после полученного тобой удара как себя вел? Ну как, он что-то тут повалялся, устал, ушел. Стал он самостоятельно или ему кто-то помогал? Да, он стал самостоятельно. И пошел в ту сторону. У него есть телесных повреждений. Ты что-нибудь видел? Ну да, нет. Ну все, побили, прочее. После второй драки молодой человек ушел домой. Как оказалось, это была его последняя в жизни прогулка. Дома через непродолжительное время после полученных телесных повреждений он скончался. Труп потерпевшего обнаружили родственники, которые прибыли по месту жительства, о чем они сообщили в полицию. Полиция быстро выяснила, с кем проводил время погибший. Подозреваемый свою вину признал, сотрудничал со следствием, чтобы получить меньший срок. Так как данное преступление направлено против личности и считается особо тяжким преступлением, то наказание за совершенное обвиняемым преступлением может быть назначено вплоть до 15 лет лишения свободы. То есть низшего порога данного преступления, то есть у наказания нету от 0 до 15, но исходя из практики, наказание будет назначено не менее 7-8 лет, это однозначно. Как выяснилось позднее, подозреваемый много лет назад вместе с друзьями спас на улицу девушку, которой приставали незнакомцы. Возможно, поэтому он также среагировал на рассказ своей знакомой. Тот случай закончился благополучно, а за забитого собутыльника он получит реальный срок. Какой определит суд? Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».